Майнкрафт, но железный голем проходит Майнкрафт за тебя. Сегодня я попал в деревню с очень странным големом. Он может нас слышать и даже отвечает на наши вопросы. Но самое интересное, что он обладает своими сверхспособностями, которые позволят нам пройти Майнкрафт. Но для начала нужно будет выполнить все его челленджи, и тогда он сможет нам помочь. Но смогу ли я таким образом пройти Майнкрафт? Смотрите до конца, и вы все узнаете. В мире появились деревни рядом. Отлично. Сейчас тогда быстренько добудем себе бревна. Надеюсь, здесь будет, кстати... нет, здесь не будет кузнецы. Ладно, добудем тогда голема. Железо мне еще пригодится. Надо будет выживать в этом мире. Здесь... ничего. Я надеюсь, вы не против, если я ваши грядки немножечко здесь поубираю. Точнее, бревна позабираю. Не смотри так на меня, житель, и уходи вообще отсюда. Доски есть, верстак есть, палочки тоже. Голем, тебе хана, тебе не жить. Топорик есть. Сейчас главное его тогда как-нибудь забайтить и сразу доски приготовить. Все, погнали. А, голем же здесь был. А, вот он. Големчик, на! Чего? А почему ты не бежишь за мной? Странный голем, ты зачем это сделал? Ты меня понимаешь, что ли? Конечно. Нифига себе, я же необычный голем. О, я это уже понял, со мной впервые голем вообще общается. Это, извини, если что, я хотел железо добыть, просто здесь кузницы нету. А мне Майнкрафт надо пройти. Короче, извини, я, наверное, пойду тогда, зря тебя побеспокоил. Майнкрафт пройти? Ну, да, мы же с тобой сейчас находимся в игре. Тут как бы надо пройти Майнкрафт, победить дракона. Ну, ты, наверное, о нем слышал. Кажется, я могу тебе помочь. Серьезно? Подожди, ты можешь мне помочь пройти Майнкрафт? Но есть одно но. И какое же? Только не говори, что я там, не знаю, должен построить весь там семью какую-то и так далее. Я не могу выйти отсюда. А-а, подожди. А, ты типа должен охранять ту деревню. Мне нужно подношение. Хорошо, если ты мне поможешь, то я тебе помогу. Это вообще без проблем. И тогда я освобожусь от оков. Хорошо, какое же подношение ты хочешь? Яйцо дракона. Слушай, ну если я получу яйцо дракона, мне твоя помощь вообще не нужна будет. Так что ты немножечко офигел, как мне кажется. Ладно, тогда хотя бы железа немного бы. Ну, с железом уже как-то немножко попроще. А сколько тебе вообще надо? И нужно его там переплавлять? Не нужно. Может, тебе там сырое подойдет, там рудное именно. 32 железных слитка. Слушай, мне кажется, ты немножечко офигел, малой. Слушай, давай сторгуемся хотя бы, ну, до 12. Ну, 12 тебе, мне кажется, пойдет. Куда тебе 32? 28 минимум. 12. Ладно, давай 15. 16, окей? Мое последнее слово. 30. Понял, вопросов нет, согласен на 28, давай. 28 пойдет? Да, хорошо, что пойдет. 31, понял. Извини, пожалуйста. Ладно, мне кажется, с этим големом вообще спорить нельзя. Он что-то нифига себе какой ценник сразу поставил. 31 железо. Как я вообще это добуду так быстро? Ну, окей, в принципе, у меня есть уже небольшая тактика. Правда, он так и не сказал, надо будет переплавлять, не надо будет. Ну, окей. Окей, предположим, что не надо будет. Добываем тогда побыстрее еще бревна. Я уже каменную кирку, по сути, могу сделать. Это хорошо. Я устал ждать, как успехи? Да ты обалдел, я только начал. Может быть, здесь есть плавильня? Прошла уже минута. И чё? Ну, прошла минута, пройдет две. А где две, там и три. Не тупи. Ладно, еда у меня есть, броня хоть какая-то есть. Окей, отправляемся тогда в шахту. Слушай, а вообще, переплавленное, не переплавленное? Какое тебе там железо надо? Переплавить. Ну, офигеть, спасибо, спасибо. Подкинул мне работенку. Ну хорошо, что здесь хотя бы где-то шахта есть. О, не поджегся. Главное, чтобы сейчас железо просто попадалось и никаких мобов не было. Уголечек я тоже добуду. Ладно, давайте ему, наверное, все-таки как подношение сделаем все-таки 32, наверное, железных слитка. Все-таки он мне будет помогать, а его помощь, мне кажется, стоит дорого. Все-таки железный голем — это один из самых сильных вообще мобов в Майнкрафте. У него огромная сила, способности так вообще безумные. Плюс это необычный какой-то очень странный голем. Так что, возможно, он еще на что-то будет способен. Надо будет потом у него насчет этого как-то расспросить. Главное, аккуратно, чтобы он потом не намотал меня еще там на железо, на алмазы. Может, даже на назеритовые слитки. Он обалдел совсем. Может, ему еще чокопайку дать? Да, опять тупик. Спасибо. Очень хорошо, так повезло. Спасибо. Фух, 32 железа я как-то даже очень быстро, что ли, добыл. Окей, здесь, благо, еще больше было, так что, окей, сделаю себе еще и железную кирку, наверное. Ну и, по сути, все, мне, да, больше здесь нечего делать, а булыжника у меня достаточно, смогу это все дело теперь нормально переплавить. Хотя, наверное, лучше все равно побольше потом печек сделать, потому что все-таки переплавлять все в двух печках будет не так уж и прикольно. Здесь он меня там дождался и не поставил там ценник, я не знаю, еще больше, чем 32. Голем! Голем, ты где? Ты здесь? А вот и ты. А зачем я
должен был железо добыть. Так, я просто хочу узнать, не хватало? На что тебе не хватало? На 3 железных блока. Ага, я тебя понял, я тебя услышал, спасибо. Нашел раба, называется. Я его сейчас, знаете, как обману? Я его сейчас обману реально. Он вообще даже не поймет, где его обманул. А вот это, ты не понимаешь, я шизофреник, я сам с собой иногда разговариваю. Несу всякий бред. Бывает, вот, как же хорошо, что ты все понимаешь. Ты такой умный, ты такой хороший голем. Прям, это молчание. Короче, я реально, я все уже железо добыл, сейчас тогда переплавится. Раз сказал, что тебе не хватает на 3 железных блока, значит, я тебе отдам всего лишь 27 железных слитка. Так же правильно будет? Чтобы ровно... Нет? Ладно, 32, да? 32, так 32. Но тебе здесь придется все равно немножко подождать, пока что у меня всего лишь 15 штучек есть. Эх, блин, как же плохо, мне не хватает потом еще и на кирку. А, блин, кирку железную я тогда потом, наверное, сделаю. Жалко, железа прям не хватает. Все, тютелька в тютельку у меня здесь посчитано. Ты так и не понял? Что не понял? Я не простой голем. Я это понял, что ты не простой голем. Ну что ты мне говоришь-то? Неужели у тебя какие-то суперспособности есть, или ты помимо того, что защищать деревню, что-то умеешь? Не прими как оскорбление. Я просто не понимаю. Я, может, не знаю что-нибудь. Будешь давать мне подношения, а я тебя буду награждать. А, это вот так работает. Хорошо. Слушай, все, у меня 32 железных слитка есть. А, получай. А, ты просто достроил себе трон, да? Чего? Это что было сейчас? Я свободен! Словно птица в небесах, да? Теперь я буду ходить за тобой и помогать тебе. А, ну хорошо. Тогда погнали, мы сейчас до... Кстати, ты же не против, если я вот немножечко добуду железных блоков, они мне пригодятся. Окей, не буду трогать. Хорошо, на что ты все-таки способен, мой маленький? Ты... Способен прыгать. Хорошо, это мы знаем. Блин, у меня немножечко не хватает... Блин, ладно, мне не хватит, мне кажется, такого количества досок и палок. Надо будет еще, наверное, добыть дерево. Хорошо, пойду я, наверное... Я могу добыть? Давай. Окей, давай добывай. Вообще без проблем. Но мне нужен топор. Да, без проблем, забирай мой деревянный. Ну, как-то медленно ты добываешь. Может, как-нибудь побыстрее ускоришься там... Чего? Ты как это сделал? 11 бревен, нифига себе. Окей, уже практически целый стак досок есть. Еще? Да, давай. Да... Слушай, а можешь вон тот лес, например, уничтожить? Ну, хотя бы часть деревьев. Нифига себе, он, конечно, все... О, яблоко, 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 где яблоко? Слушай, а ты реально очень полезный, ты столько всего добываешь. Ну, хотя, ладно, это только бревна какие-то. Ну, ладно, все, короче, этого достаточно. Такого количества досок мне 100% хватит. Подожди, если ты можешь добывать те же самые бревна, то, может быть, ты можешь добывать какие-то полезные руды? То же самое железо или алмазы? Да, можешь? Окей, окей, что тебе для этого потребуется? Но мне нужно 12 свинины. Свинина всего лишь нужна тебе. Окей, с этим тогда тоже нет никаких проблем. У меня благо... А, ладно, мне не хватает на каменный топор, к сожалению. Окей, побегаю пока что, наверное, с деревянным. Ну, ты ждать-то можешь не ждать. Ты можешь за мной бегать, в принципе. Хорошо. Слушайся своего господина. Извини, пожалуйста, за такое выражение. Извини, пожалуйста, не надо меня убивать. Не-не-не-не, извини, пожалуйста. Так, ему нужно 12 свинины. И хорошо то, что здесь они, во-первых, есть. А во-вторых, они уже практически закончились. Обидно. Слушай, может, тебе курятина еще подойдет, а? Нет. Понял? Вообще, прям такой привередливый ему. То надо, это не надо. Вообще... Офигел. Так, еще свинина. 8, 9, 11. Будешь выеживаться? Нет. И 12. Все, у меня есть ровно 12 штучек. Держи, сырая свинина. Как и просил, как и вообще заказывали. Деликатес. Ну, сырая свинина, это, конечно, такой себе. Хотя я не знаю, как у вас у големов там пищеварительный тракт вообще расположен. Что вообще вы кушаете, что не кушаете. Я вообще, если честно, думал, ты кушаешь железо. Но, походу, нет. Еда сразу на выход выходит. А зачем тогда ты... Ну ладно, окей, окей. Давай тогда, наверное, проверим твои способности. Как же ты все-таки будешь добывать те же самые полезные какие-нибудь руды? И можешь ли ты, например, находить алмазы? Да? Нифига себе! А ну-ка тогда, побежали за алмазами! Я бегу за тобой, давай, направляй меня. Ага, прям реально очень хорошо так ускорился. Нифига себе, здесь железо! Здесь железа хватит еще на одного железного голема. Но зачем мне еще один, если у меня есть такой вот странный, прикольный, красивый? И даже Чокопай не просит. О!
Это ты так добываешь? Нифига себе, он, конечно, быстрый. Он своей рукой так быстро добывает все. Слушай, а что, мы близко к алмазам уже? Да-да, ну ладно, я тогда веду за тобой. Давай. Слушай, если честно, я как-то устал уже бегать. Сколько мы здесь с тобой идем уже? О. Ты даже блоки можешь ставить. Голем. Мне кажется, у тебя прицел на алмазы немножко сбит. А вон что? Это что? Тебе кажется? Да... Вон. Тебе не кажется, что немножко алмаза как бы пропустил, да? А, чего? Сколько там выпало? Ты как это так добыло? Расщепляю на атомы блоки, преобразую их в квантовую материю, клонирую его, создаю по памяти их увеличенное количество. Ты что, квантоманию пересмотрел? Хотя я не знаю, там было такое или не было. Не смотрел. Как ты? Как я что? Ничего. Ну ладно, ладно. Слушай, мне кажется, такого количества алмазов, конечно, нам хватит с тобой. Еще и уголечки заберу. Но, наверное, все-таки добыть нужно немножечко побольше все-таки. А где еще алмазы? Алмазов больше нету, что ли? А, не, во, еще алмаз нашел, еще алмаз нашел. Да куда ты смотришь? Куда ты идешь? Сюда иди. Вон там алмаз, добывай. Ну, я быстрее, а то без зарплаты оставлю. Нашел. Да какой же ты умничка у меня. Давай сюда алмазы. Молодец, сколько у нас всего уже? Практически целых 3 стака, нифига себе. Ты даже очень-очень полезен. Я знаю, что ты теперь умеешь добывать бревна, добывать какие-то полезные ресурсы. Драться с кем-нибудь ты умеешь? Могу. И что же тебе для этого нужно? Я предчувствую то, что ты от меня что-то потребуешь. Но требую все алмазы. Ну, окей, все алмазы отдам тебе. А еще разберись с эндерменом. Все алмазы забрали, все забрали, а теперь... Ладно, ладно, окей, я тогда сделаю себе железный топор, чтобы было немножечко попроще. Не плачь, ты мужик! Я знаю, что я мужик. Ты прав, а че я вообще сопли всякие развел? Хотя вне... Рот закрой. Сейчас я найду этого эндермена, расправлюсь с ним, ему вообще хана. Ты давай, ходи за мной, будешь свидетелем того, как я эндермена победил. Как только я его найду, наверное. Ай. Чё-то не везет. Слушай, походу эндерменов вообще нигде нету. Я ничего не смогу сделать. Ладно, я нашел эндермена. Все, я на эндермена посмотрел. Сейчас он побежит за мной. Ему 100% хана. Сейчас я буду убегать от него. Ну, для того, чтобы девочка поступить. Не, типа я убегаю от проблем своих. А типа я его сейчас в одиночку завалю. Чтобы мне никто не мешал. Не-не-не. КП нету, КП нету. А чё ты горишь вообще? Все делает за тебя. А где? Где эндермен? Он же здесь был. Где эндермен? Куда он подевался? Здесь еще один есть. Чё ты сделал? Зачем? Это я должен был с ним расправиться. Что ты вообще за мной так? Ты не годен на это. А чё тогда? Я тебе все алмазы отдал. Можешь разобраться со всеми мобами тогда? А, реально может. Нифига себе, ты сильный. Блин, ладно, тут я немножечко голем же. Ну да. Голем. Ох, ладно, чувствую себя как-то очень плохо, я себя максимально плохо показал. Ладно, ты сильнее меня, это 100%, ты даже ловчее меня. Ну блин, а как это мне вообще сейчас поможет Майнкрафта пройти? Точнее, нам поможет пройти Майнкрафт. Ты вообще знаешь, что для этого нам нужно? Ладно, держи подарок. Какой? Как это мило, это гнилая плоть. А это был маленький зомби, зачем ты его убил? Нам нужен портал в ад. Слушай, а можно вообще как-то там без ада все это сделать? Сразу, например, в энд отправиться и дракону навалять по первое число. Ну, вообще да. Хорошо, ну да, я готов, а что надо делать? Чего? Чё? А... Ты как это сделал? Та-да! Вот это и та-да, конечно. Ладно, погнали тогда, надо... Извини, пожалуйста, я тебя случайно задел. Извини, пожалуйста, пожалуйста. Я падаю на колени. Извините, пожалуйста, о, великий железный странный голем. Слушай, а с големом намного проще как-то проходить Майнкрафт. Мне нравится это. А вот как раз-таки тот самый дракон. Слушай, а как нам заставить его вообще спуститься? А ты можешь вообще как-то, не знаю, уничтожить кристаллы? Ты можешь уничтожать кристаллы? Но я же тебе не показывал свою полную силу. А какая у тебя еще есть сила? На что ты способен? О! Чего? Подожди, ты что, летать умеешь еще? Как вообще молния-то здесь оказалась? Он реально летает, уничтожает все эндер-кристаллы. Нифига себе, голем. А как же хорошо, что я его не уничтожил. Хотя, мне кажется, у меня не получилось бы это сделать. Ого, ты сильный, конечно. Ну, кристаллы уничтожены, а... Дракона, ты сможешь его победить? Хотя, мне кажется, зря я это спрашиваю. В качалку ходил. Кстати, я тоже начал ходить в качалку. На самом деле нет. Я просто дома занимаюсь. Не видно. Рот закрой.
Ну что, ты сможешь расправиться с драконом-то? Да. Но? Что но? Чего опять тебе надо? У меня ничего нету, я бедный, я гол как сокол. Твоя душа будет моей. А, ну слушай, я же все-таки ютубер. Да, забирай ее. Вообще спокойно. Хорошо, что он не знает, что у меня нету души. Нифига себе, он ему хп сносит. А... Слушай, ты реально справился, красава голем. А теперь? Чё, а теперь? Гони свою душу. Слушай, здесь есть одна проблема. Я снимаю видео на YouTube. Ты офигел? Я чё, дракона бесплатно убил? Получается так? Я Майнкрафт прошел, я молодец. И ты мне даже ничего не сможешь сделать. Ты как житель, такой же красивый. Ладно, не договорил, да и без разницы. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акакий. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова!